Бюджет в игре имеет, в общем-то, второстепенное значение. Как вы видите, Еретик 2 — это трехмерная аркада от третьего лица, построенная на движке Quake 2. Если кто помнит, то первый Еретик был неким сказочным вариантом Дума. Видимо, мастера из Raven Software были того же мнения, а поэтому решили внести некоторое новшество, которое могло бы пробудить интерес к новой версии. Именно поэтому теперь мы видим мир не глазами героя, а наблюдаем за его похождениями со стороны. Не стоит говорить о том, что все возможные наклоны и повороты осуществляются мышью. Камера в игре всегда находится именно позади героя, а не так, как ей вздумается, как это бывало в незабвенном Tomb Raider. Для любителей же заглянуть в глаза своему герою существуют соответствующие клавиши. Но это еще не все. Авторы игры решили выжать максимум возможностей из вида сзади. Именно поэтому они снабдили героя красивой пластикой и, самое главное, добавили несколько особенностей, которые просто можно назвать украшением игры. Поскольку дело происходит в то время, когда самым дальнобойным оружием были разнообразные заклинания, для самозащиты нередко применялись орудия ближнего боя. Не стал исключением и наш Корвус. Похоже, наш герой так обрадовался своей победе, что на радостях растерял все приобретенные в первой части игры знания и умения. А в результате своей беспечности ему теперь приходится учить все заново. И начинает он свой путь, имея на вооружении лишь заклинание летящего кулака, деревянный посох с железным крюком на конце. Но горе тому, кто решит, что эльф с посохом — это легкая добыча. Кроме простого удара наотмашь, Корвус может с разбегу опереться на посох и нанести мощнейший удар обеими ногами, а великолепный удар с разворота просто разрубает врага надвое. Кстати, посох можно усовершенствовать. Оружие в игре делится на заклинания и оружие в привычном своем понимании. Использование оружия расходует боеприпасы, использование заклинаний — ману. Причем заклинания делятся на заклинания нападения и защиты. Враги в игре скорее выполняют развлекательную роль. То есть их достаточно много, чтобы они могли выглядеть угрожающе, но они достаточно хлипкие, чтобы наш герой мог их всех грамотно раскидать. В результате мы имеем игру, где герой-одиночка отважно бросается в рычащую толпу чудовищ и после нескольких ярких пируэтов спокойно удаляется, не обращая внимания на разбросанные по углам конечности. Правда, можно обойтись и без непосредственного контакта с противником. Для этого существует целый арсенал боевых и защитных заклинаний, а также различные посохи и луки средней и меньшей дальности. Самым первым из них будет посох Ада, представляющий собой некий магический аналог автомата. Защитные заклинания выполняют роль оружия массового поражения. Кто не спрятался, тот сам виноват. Как говорится, новое — это хорошо переделанное старое. Именно так решили и авторы игры. В игре есть старая добрая книга мощи — The Tome of Power. Если кто помнит, это очень полезная книжонка. Только теперь ее не обязательно искать, она есть у вас с самого начала. Причем нередко наш герой вступает с ней в продолжительные и очень содержательные диалоги. В остальном же это старый добрый Tome of Power, который можно применить в трудную минуту и продемонстрировать врагам всю бренность их существования. Магический гранатомет, посох Феникса пережил некоторые изменения, теперь это лук Феникса. Хотя на содержании это изменение формы никак не сказалось. Главное, не забывайте сказать врагу: «Смотри, сейчас вылетит птичка!» И птичка действительно вылетает. Жаль только, что фотографию отдавать уже некому. В общем, Еретик 2 — достаточно интересная и, главное, динамичная игра, где вам не придется долго и мучительно плутать по лабиринтам коридоров, как, например, в Хексоне. Жаль только, что без 3D-ускорителя игра теряет некоторую часть своей прелести и скорости. И в заключение я в очередной раз позволю себе нелестно отозваться о тех умельцах, которые дорвались таки до озвучания игры. Отзовусь я о них следующим образом. Будь ты проклят! Будь ты проклят! Согласитесь, что с таким голосом нужно кричать «занято, сами знаете откуда», а уж никак не озвучивать такую героическую личность, как наш Корвус. Слава богу, что в течение игры нашему герою приходится разговаривать крайне немного, иначе фирма Raven Software могла бы подать на озвучателей в суд за снижение рейтингов игры. Вот, дорогие геймеры,